Квартира в нашем небоскребе стоит от 5 миллионов долларов. У нас лучший вид из окон, продвинутая система охраны, но знаешь, за что на самом деле платят жильцы? За белых соседей. За нас, прислугу. Они платят за наше безраздельное к ним внимание. Доброе утро, мистер Шо. Для званого ужина все готово. Что бы я без тебя делал? Меньше часа назад самый богатый обитатель небоскреба был отпущен к себе в пентхаус под домашний арест. Несколько лет назад к мистеру Шо обратились с просьбой управлять вашим пенсионным фондом. Федералы сказали, что он обманул всех. И ваши денежки прибрал к рукам? Да. Еще как. Если что, я буду дома в коробочке. Обычно такие парни держат поблизости наличку, но мы пока не нашли заначку Шо 20 миллионов. Хочешь сказать, что планируешь ограбить Артура Шо, живущего в здании, охраняемом агентами ФБР 24 часа в сутки? Мы не преступники, мы не умеем грабить. Не волнуйся, я знаю того, кто умеет. За вас внесли залог. Слай, подвести тебя! С какого хрена ты меня вытащил? Я тебя, мать твою, знать не знаю. Ну, мы же с тобой в один садик ходили, помнишь? Помню. Ты тот припадочный пацанчик, вечно в мыле бился. Никто с тобой не играть, не есть не хотел. Все тебя боялись до усрачки. Есть у нас дельцы, ясно? И я решил, что твой талант нам пригодится. Че ты намылился стырить? 20 миллионов долларов. Давай перекусим, что ли? Ограбление – штука непредсказуемая. Нужна соображалка. Импровизировать, если все пойдет не по плану. Я купил лыжные шапочки. Но я же сказал лыжные маски. Продавец сказал, что в шапочках теплее. Какой же ты идиот. Нужна маска, чтобы рожу прикрыть. Случится может все, что угодно. Чистил я как-то хату на пару с друганом. Так он словил пулю в морду. Если пуля в лоб, все кончено. Если пуля в лоб, уже все равно. А если пуля в рожу, то она одну щеку прострелит, а вылетит из другой. Тогда что делать будешь? Умру, не задумываясь. Вы просто прислуга. Работаете от звонка до звонка, вас легко заменить. Я не остановлюсь ни перед чем и найду способ все исправить. Уборщица разошлась. Ты же понимаешь, что идея хреновая. Достал. И не трепись со мной до конца ограбления. Как украсть небоскреб? В этом деле главное грамотно ставить. А там уже все пойдет как по маслу. А ты женат? Не, я не женат. Но я за.